Всем с добрым утром и в горячем ключе. Хочу подняться на этот мостик. Я здесь еще никогда не стояла, на этом мостике. Когда горячий ключ проезжаем, я обычно сплю. Сегодня что-то проснулась пораньше. Вот оно. Горы. А это наш поезд. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 350 сообщение вам для Славакурска. Если вы на третьем пункте, как вы подносим вас в Мурмы. Номер Славакурска, вас та же самая. В горах туман. Какая красота! Солнышко светит. Вроде как прогноз погоды не очень приятный. Ну, надеюсь, все поменяется и будет солнечно, тепло. И мы будем купаться и загорать.
там речка течет внизу. Наверху горы. Такие перепады высот, обалдеть.
Северная речка, да? Ну, она с гор течет, поэтому грязненькая. С гор течет, поэтому грязная. Тут еще, может быть, дожди прошли, поэтому все. Обмелевшие еще. Да, муть поднялась. Водопады всякие вон. Прям видно. Вообще красота такая. Смотри, какие горы. Ты видишь, нет? А? Видишь эти горы? Смотри, как высоко поднимаются. Круто прям. Вкруть. Да. Так уж не буду смущать людей камерой. Тут вот река течет вообще шикарно. Это же обалденно просто, как мы едем. Андрюша. Прогнозу же показано, что гроза, дождь, несколько дней сейчас будет. Потом 3 дня солнца, а потом опять гроза. Приехали, называется. Подъехали. Дождик пошел. Что-то мне не хочется выходить. Ну, короче, мы в Туапсе. Через час будет Лазаревская. А на следующей неделе, я так понимаю, то же самое же надо?
сомневаюсь, что кто-то там хочет. А что людей так много? Мы собрали свои сумки. У нас осталось два рюкзака. Сумка с шубой. Сумка с еще. Ура! Мы в Лазаревском. Первый вагон вообще в начале перрона остановился. Сразу налетели с жильем. Небольшой дождик идет. Не такой, как в Туапсе. В Туапсе вообще любимый. Да? Вот. Бежим на вокзал, нас там уже ждут. Вот он вокзал. Сказали, будут стоять с надписью «Белый замок». Мы будем отдыхать в гостевом доме «Белый замок».